Сейчас мы приехали к мужчине, пожалуй, у которого произошел инсульт. К сожалению, он нас не слышит вообще. Он полностью оглох. Это жилплощадка. И здесь очень сильно бомбили. И рядом дома были прилеты. Его дом только с другой стороны тоже были прилеты. И сейчас мы приехали его проведать. Так как он не может полностью сам себя обслужить, мы привезли ему продукты, а также вот у него из-за того, что был инсульт, привезли здесь пачку памперсов для него. Это все было возможно благодаря одним добрым людям. Это журналисты, русский репортер под руководством Виталия Лебина, главного редактора. Вот благодаря пожертвованиям этих добрых людей из Москвы мы привезли и проведали вас. Он нуждается также много, ему нужно различных лекарств. И только благодаря вашей помощи, дорогие друзья, такие люди выживают на линии фронта. Вот у него есть даже целый список лекарств, которые ему необходимы. Ага. Нет, а давайте, не отрывайте. Ну да, это вот они. Мы потом. Да. Спасибо, друзья, за вашу помощь. Спасибо журналистам русского репортера за то, что не оставляете людей один на один с их бедой.